лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Высоко лететь на свет.
свиданье к милому. Припаду к нему птицей черною, припаду к нему птицей черною. Пусть душа летит. Спаси, Господи. Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Игорь Славич, автор-исполнитель. Здравствуй, Игорь. Здравствуйте, дорогие телезрители. Спаси, Господи. Грустная очень песня. Наверное, грустная, но мне кажется, это светлая грусть, потому что все-таки душа в конце летит птицей белая, да, и подразумевается, что летит она а вот к Богу. Вот причина грустная написания этой песни, причины же, сами понимаете. Да, трудно сказать. Когда-то, еще когда я жил в Польше, я прожил 10 лет в Варшаве, меня попросили написать песню по мотивам произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Вот. У меня для мужского хора. Я попытался это сделать. Вот песня там условно называлась «Плач Маргариты», но из этого ничего не вышло, ничего не получилось. И потом уже, когда прошло уже какое-то количество лет, я вернулся в Россию, вот, и написал все-таки эту песню, но совсем по-другому. Да, вот уже на, как-то на, находясь в России, дома, вот в родной этой атмосфере духовной, как-то уже поднялся над плачем Маргариты, да, и вот написал такой, ну, плач, да, условно, плач, женщины, да, вот, которая проводила, сама проводила на войну своего мужа любимого. Актуально сейчас для нашей теперешней ситуации? К сожалению, актуально, к сожалению. Да, вот, когда война. Да, ну, вот украинский народ, видно, что мелодик это у вас, ну... Я родом из Донбасса, да. Вот, и сейчас там живет в городе Торез, печально знаменитом, моя мама, очень много одноклассников, и вот я с ними по скайпу постоянно разговариваю, и в Торезе, и в Славянске, одна из моих одноклассниц провела всю осаду там все 2 месяца, вот, и в Луганске сейчас нет связи, никакой связи с моей другой одноклассницей и с ее 16-летним сыном. В Донецке. То есть, ну, я сейчас всеми фибрами души вот там. Вы им послали такой музыкальный привет, да? Может быть, ну, можно сказать, дай Бог, чтобы это помогло. Подключат им интернет, они увидят передачу или по спутнику как-то. По интернету вполне возможно, да, потому что, ну, там российские каналы берут еще. В Донбассе берут. Они слушают, смотрят. Хотя вот я знаю, что в том же Торезе регулярно барахлит мобильная связь. Но интернет у них еще работает. Молитва работает. Молитва работает. И без всякого интернета, да? Можно молиться. Ну, это стараюсь делать. За маму, за родственников всех. Да, я не знаю, насколько сильный я молитвенник, но стараюсь это делать. Вы поете в храме? Да, я служу певчим в храме Святой Екатерины, которая находится в Мурино, метро Девяткино. Хотелось бы спросить, как возникла песня в жизни вашей, как вы взяли в руки гитару? Наверное, как и все, в школе мальчишки брали гитары, играли что-то. Так как я музыкант слабый, образования мне не хватает, потому что образование у меня чисто театральное, вот, то
не умея петь чужие песни, постепенно начал петь свои. Потому что там никто не скажет, что ты фальшивишь. Значит, так задумано автором. Вот, ну, вот и с этого и пошло. Сначала писал какие-то, очень много у меня было песен на стихи Есенина. В основном какие-то находил. Но сейчас уже отошел. Сейчас в основном я пишу стихи. Некоторые из этих стихов начинаю петь. Да, сказать, что я композитор, это очень громко. И поэтому себя не считаете. И поэтому я тоже себя не считаю, потому что называть себя поэтом немножко нескромно. Да, потому что все-таки первым поэтом был, есть... Это творец, Господь, да, по-гречески поэтос, творец, который занимается творением, поэзией. И поэтому человек, пишущий рифмованные, нерифмованные строчки, называющий себя поэтом, ну, берет на себя такое очень большие обязательства. Да? Вот. Поэтому, ну, иначе не скажешь. Мы все-таки... Надо помнить о первоначальном... смысле этого слова, ну, да, я поющий поэт. Потому что слово для меня это первое, это важное. И нет поэзии без Бога. Вот, это просто стихи. Плохие, суть, хорошие, да. Там качественно сделано, некачественно. Это просто рифмованные, нерифмованные строчки. Угу. Вот, поэзия это всегда с Богом. Связь с Богом, да? Да, без Бога нет поэзии. А что вы нам еще исполните, Игорь? Что там? Я исполню одну из своих тоже старых песен. Эта песня называется «Время первой молитвы». Тоже она написана, такое размышление о России, о ее судьбах, такие философские. Пожалуйста. Время первой молитвы пахнет воском и ладаном, а дороги разбитые сапогами солдатскими. По старинке Россия то воюет, то молится. Здесь раздолье мессиям и разбойничьим вольницам. Здесь у каждой дороги есть свой крест на обочине. Здесь на каждом пороге и кляли, и пророчили. В небесах предрассветных виден лик Богородицы. От войны и от бедствий сохрани мою родину. Здесь на тихом погосте мой отец лежит с дедами. Много лет к нему в гости, все никак не доеду я. И в преддверии пасхальном я живу нераскаянным. То ли доля такая, то ли сердце окалиной над землею разлито. Словно масло лампадное, время первой молитвы с легким запахом ладана. Ну вот опять. К сожалению, эта песня актуальна, да, хотя она написана 20 лет назад. И
в мыслях не было, что вот на моей малой родине начнется война. Я 2 года назад был на Украине, ездил на фестиваль, который организует и проводит священник из города Коростень Александр Воронцов. Фестиваль называется «Утренняя заря», посвящен он, вот, проводится в день равноапостольной Ольги, такой духовной песни, православной, русской, очень много там звучало песни. И был в Киеве я тогда, кроме Коростеня, и, конечно же, был в Донбассе, вот в Торезе, но ничто не предвещало. То есть нынешняя война – это пример вот искусственно организованной войны. Нам всегда казалось, что где-то в Сербии, в Югославии, там они сотни лет воевали с друг дружкой, хорваты, сербы, мусульмане. И поэтому там это казалось нормально, да, если слово «нормально» имеет право быть в данном контексте. Но в Донбассе там никогда не было этого. Я там вырос. Там тигель народов, целые районы немецкие, да, с немецким радио, с немецкими газетами, татарские, корейские, украинские села. Печально все. Это страшно, конечно, да. Сейчас, разговаривая с одноклассниками, вот я разговаривал по скайпу, у меня одна из одноклассниц провела все это время вот осады в Славянске. И разговаривая с ней по скайпу, слышать взрывы, канонаду, взрывы. И она говорит, ладно, я должна закончить, потому что начался обстрел, побежали мы в подвал прятаться. Спаси Господи за песню. Я думаю, что сейчас это очень нужно. Люди услышат, это всколыхнет какие-то... Вот такие хорошие пласты душевные. Ну, будем надеяться, да, что это не пропадет где-то в туне, а все-таки вот в некоем духовном пространстве, ну, останется, да, и как-то. Может быть, это как подвигнет на молитву кого-то. Ну, потому что сейчас только и остается молитвенность, и молитва. И... Друг за друга. Друг за друга, да, и за себя, и за близких. Я тоже хотел поделиться песней, которая вот сегодня утром у меня возникла. Вот я сразу ее записал. И вот тут буквально на последней строчке минуту назад добавил. Я думаю, что в этом же ключе, в ключе нашей передачи, прозвучит. Мне дойти бы до родника и напиться живой воды, чтобы стала душа легка, чтобы в ней зацвели сады. У дороги в тени берез я построю до неба мост из раскаяния и слез. Я построю до неба мост, мне дожить бы до светлых лет, мне бы душу свою спасти, пусть останется добрый след на тернистом моем пути. Мне дойти бы до родника, мне дожить бы до светлых лет, мне бы душу свою спасти, помолись и меня прости. Вот такое настроение. Здорово. Да, вот так всем бы нам дожить до светлых лет. Самое главное, конечно, это же душу спасти. И я думаю, люди, которые сейчас участвуют во зле, да, которые, ну, можно сказать, находятся под воздействием злых сил, в каком-то там массовом своем психозе в этом, которые не понимают, что они делают, не ведают, что творят. Трудно им будет.
Ну, держать ответ будет на ответственность, да, у тех, кто, вот, собственно говоря, совратил вот эти тысячи людей, да, потому что, да, ну, люди, они подвержены влиянию масс-медиа, да, это информация, которую получают. И так, по большому счету, мы даже не можем быть на 100% уверены, правы ли мы. Ну, да. Это действие лукавого. Он готовил эту почву лукавую. Но кто-то вот это наша спровоцировал. Слабая вера у людей. Разделяй и властвуй. Да, да, да. Ну, о творчестве продолжим. Потому что, конечно, болит душа за все это. Сколько раз себе даю слово, не смотреть телевизор, ничего не слушать. Но я, к счастью, только молиться. Дома телевизора не держу. Ну, вот. Я в интернет имею в виду. Но интернет, да. Вот интернет, это сейчас приходишь домой, сразу же включаешь компьютер и смотришь новости. Ну, новости, вести. Из Донбасса. Ну, вот сейчас уже новое слово у нас, Новороссия, да? Угу. Даже мне уже как-то предпочтительнее употреблять вот этот термин, угу, Новороссия. Раньше, конечно, я тоже всегда говорил, наверное, это говорят большинство мужчин, что главное — это творчество, да, работа. Но сейчас все-таки, наверное, главное – это Бог. Это вера. Это вот спасение души. Вот. И если творчество идет в одном направлении, тогда оно имеет смысл быть. А творчество без духовности… Без творца. Да, это карточный домик. Он никому не нужен. Ну, и ты стараешься, да, в этом направлении. Все-таки да, поэтому я стараюсь, поэтому, может быть, это такое самооправдание, почему я редко пишу и мало. Вот. Но все-таки вот сам для себя я говорю, что не хочу засорять мировое духовное пространство, вот, тоннами никому не нужных стихов и песен. Да, вот чтобы, ну, хотелось бы, чтобы каждая песня, каждое стихотворение — это было неким событием. Если не для общества, то хотя бы для меня. Чтобы я осознавал, чувствовал, что я сделал что-то стоящее, за что мне не стыдно. И что это кого-то как-то улучшит, этот мир? Спаси Господи. Свой вклад сделать такой. Маленький, добрых маленький дел. Да. В меру возможности. Вот. Что-нибудь споешь еще, Игорь? Да, конечно. Это тоже вот одна из этапных песен. Ну, в принципе, все песни для меня этапные. Вот, все они на некоем переломе, неком повороте. Да, хотя поворот – это не то, что там кардинальный поворот на 180 градусов. Просто есть некая дорога, которая ведет к Богу. Ну, а на этой дороге встречаются какие-то повороты. Ну, главное не менять направление. Да, а там... Песня называется «В еще не созданных стихах». Еще не созданных стихах срифмую я слова простые. Высокий слог во мне остынет, и будет горький дух полыни. В еще не созданных стихах, в еще не созданных стихах себе оставлю я два цвета. Поставлю на сомнениях вето, найду покой в простых ответах, в еще не созданных стихах. В еще не созданных стихах я буду гнать в одной упряжке рассказ о вечной доле тяжкой и анекдот в цветной рубашке. В еще не созданных стихах, в
еще не созданных стихах. Не будет серых многоточий, я буду расположен очень к друзьям и беспощаден к прочим в еще не созданных стихах. В еще не созданных стихах найду я место тихой флейте, ее услышав, плачьте, смейтесь, но не ищите слов елейных в еще не созданных стихах. В еще не созданных стихах я буду вспыльчивым и нервным, мне будет нелегко, наверное, но не последний я, не первый в еще не созданных стихах. В еще не созданных стихах я испытаю в полной мере любовь с надеждою и верой, чтоб никогда не встретить смерти в еще не созданных стихах. Еще не созданных стихах. Спаси, Господи. Это такая точка, да, которая требует... Ну, это многоточие, да, получается? Ну, такое некое многоточие, потому что все-таки предполагаются еще какие-то несозданные стихи, поэтому такая незаконченность. Наша передача подошла к концу. Такая короткая, но насыщенная. Дорогие телезрители, мы с вами прощаемся. С вами был священник Анатолий Першин и Игорь Славич, автор-исполнитель. До скорых встреч. Всего доброго. Божьего благословения и ангела-хранителя на всех ваших жизненных путях.